Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал для ДНК-экспертизы. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Туда не пойду, мне нужно идти по указателям. Фу, вот это я сейчас обосрался. Похоже, это его основное жилище. Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Вот это я сейчас обосрался.
это уже это его основное жилище.